Продолжаем, чё? Нарухода. Наканака джунчо но йо десу не. Понятно. Похоже, что все проходит хорошо. О, здравствуйте. Давно не виделись. Celestial Globe с самой собственной персоной. Есть. Но модами ставятся только отдельно. Да, наши приготовления должны быть примерно на уровне 90%. Шестой Ангуис. А мы вас помним, товарищ, да. И на этом месте вы были тогда, я помню. Я очень хорошо это помню. Вы были очень огорчены тем, что Рен сбежал вместе с Паттерматором. Возможно, подготовить это к моменту этого приказа. Хотя подождите-ка. А мы же помним этот голос. Мы же его уже слышали, более того, мы увидели обладателя. Здравствуйте, профессор Навартис. Отскаре-сама дес. Хорошая работа, доктор. Кампанелла. Легион тачи но угуки ва. Кампанелла, что касается движений инфорсеров? Чотто мани Блюбран га асондэ ита митай да кедо. Мо те ва хита митай да не. Похоже, что Блюбран немножко игрался в последнее время, но вроде как он уже готов. Рен ва Либерл ни сатте кара модотте куру кихай ва наса со да. Рен покинула Либерл и похоже, что она не вернулась. Соште канажо ни цуйте ва. Ма, ёсуми де ин джанай? Что касается её, ну... It's fine if she... Будет ли нормально, если она просто будет смотреть и ждать? Шикигами ва каште куре та кедо. Има но токоро кайнью суру цумори ва иссай най митай да ши. Она одолжила мне некоторых своих духов, но похоже, что у нее нет намерений как-либо вмешиваться с этих пор. Ага, то есть Кампанелла таки связался с Люсиолой, сказал тогда, так, подруга, давай-ка помоги мне. Ну, она сказала, да не вопрос, но больше ничего делать для вас не буду. Так что получается? Очень интересно. То есть смотрите, как интересная ситуация. То есть Люсиола не до конца вышла из сообщества, как мы помним, из СЦ. То есть теперь пруф стопроцентный у нас есть. Это было 100% Люсиола, это 100% была она, именно там она. И она не погибла. Ну, можно было предположить, что она не погибла, разумеется. То есть мы догадались до этого. В СС, когда она прыгала со своей колонны. Но при всем при том... как бы не было информации, да, до этого о том, насколько сильно она будет до сих пор связана с сообществом. Но, как видите, связи с ней все еще есть, только она не так активно себя ведет. Очень интересно. Просто суть в чем, я как бы Вики просматривал в свое время, там информация была о том, что Люсиола, как бы, не было ни информации, что с ней. Но я так понимаю, что это специально, чтобы, типа, не спойлерить сюжет АО и Зеро. С другой стороны, по АО и Зеро в Вики, в принципе, информации не так много, потому что так давно ее перевели. Потому что... Особенно АО. То есть АО, как раз... Перевода АО прошло чуть больше года. То есть перевод АО был выпущен где-то в июне 2018 года, если я правильно помню. В то время я как раз проходил вторую дисгаю и готовился к прохождению The Third. Вот, простите, что как бы я это все сейчас говорю, просто если интересно по это дело порассуждать, пока я помню. Вот, и как бы получается, что как раз в тот момент, когда я это смотрел, даже как раз это было до выхода АО, как бы проскакивала информация на Вики, что да, вроде как в АО Люсиола появляется, но без подтверждений. Но сейчас мы видим, что она реально жива, и она реально живет и здравствует, и официально про Люси до сих пор ничего не известно. Как бы да, они как бы даже здесь, видишь, нам в принципе говорят очень вскользь о ней, но мы видим, что она жива, и мы видим, что она все еще продолжает так или иначе иметь связи с Ураборос. Несмотря на то, что... Как бы, не знаю, для меня очевидно, что это была она. Для меня очевидно, что она жива, для меня очевидно, что она... Вот, а сейчас только что действовала от имени Ураборос, по сути. Ну, хорошо, не сама, не напрямую. Опять же, она дала духов Кампику, и он через этих духов развлекался, как умел. Вот. Но при всем при том, видно, что Люси жива. Мы это точно видим. И видно, что она имеет связи с сообществом, но, возможно, не такие активные. Вакаримашта. Я понял. Майстер то дойо. Карера но иши не макасете кудасай. Очевидно, официально разные вещи. Ну да, Хашмал, это верно, но с другой стороны, а зачем бы тогда им было давать озвучку предсказительницы
ну, оставить на актера, ставить на позицию актера озвучки этой предсказительницы того же актера, который озвучивал Люсиолу. На Вики пишут официально, это, ну, я не верю, что на фанатские Вики будут писать официально. Ну, в Blue Blank никто не сомневался. Он уже подкидывал нам свои задачки, плюс он активно работает параллельно в этом, ну, над другим проектом, скажем так. Про Люси было не факт, что здесь, но Уолтер точно был жив, потому что его никто не убивал, он просто вырубился. Вопрос только, где он теперь? Ну, Люси жива, потому что мы видим, что она жива, как бы... Ну, по крайней мере, мне кажется, что была она, но вряд ли... Либо это очень искусно сделанная кукла Люси. Но, как бы, я очень сомневаюсь, что искусно сделанная кукла Люси может сделать вот таких духов. Очень сомневаюсь. Эволюции Сори ушли после эволюции Кроссбола. А, даже так... Ну, интересно, Хашмал, интересно. Ладно, тогда закроем этот вопрос пока что. Ну, как бы... Я так понимаю, что это была Люси. Она жива, и она сотрудничает с Ураборос в том или ином виде. Вот, как бы, а уж... Как там на самом деле дела обстоят, я не знаю. Как бы, я буду верить в то, что я вижу. А я в оригиналах все было... Ну, в оригиналах понятно, что было все менее очевидно, это понятно. Но, опять же, хотя бы по цвету волос можно было догадаться, но без озвучки я бы точно не обратил на это внимание. Тут ты прав. Но, как бы... Звоночек бы зазвенел, скажем так, когда бы я увидел этих духов. Потому что, ну, как бы, вот это не связать с Люси, ну, было бы слишком странно. Вот. Люси, как бы там ни было, я верю тому, что вижу и слышу. Я вижу Люси, я слышу Люси, я вижу ее духов, и я полагаю, что она живая и работает на Ураборос. Так что пусть не очень активно, как мы видим. Окей, я не против. Как и мейстер, пусть они делают то, что хотят. Скажи, легион не во свете кодов но дзиву атаэрука. Впрочем, учитывая полную свободу перемещения инфорсеров. Ано ката но кимета кото то а е. Исасака рифужин на оките да не. Хоть это и то, что этот человек решил, это довольно нерациональное правило, да? Свете ва мастер но обосимеши. Зехи о тоу хицио ва аримасен. Все это в соответствии со вкусами гроссмейстера. Нет нужды спрашивать, правильно это или нет. Кстати, не забываем, что гроссмейстер женщина, мы это слышали. В The Third, в той самой двери. Номер 14. Соре йори. Ирашатта йоу десне. Более того, важно, похоже, что она прибыла. О, вы на месте? Джикан доури да не. Как раз вовремя. Ну это понятно, Хашмал, даже на тот момент уже было известно. О, 7-й Ангуис, здравствуйте. Прошу прощения за ожидание. Это самый голос, который все время меня пленил. Похоже, что вы уже начали. Нет, мы только-только начали. Касательно этого дела, все уже в порядке? Да, я доверила все грешному господину. Окей. Также это был Кроссбелл, верно? Прошло уже много времени с тех пор, как я была в той земле. В той стране, возможно. Она очень сильно изменилась, так что, возможно, настолько, что можно удивиться, верно? Возможно, это наиболее продвинутая метрополия современной урбол-культуры. До его завершения я бы тоже намеревался увидеть его хотя бы однажды еще раз. Что скажете? Это редкая возможность, поэтому почему бы нам не встретиться там? Да, я не возражаю. Тогда дальше детали я доверяю вам. Генен-кейкак. Ано-ката-но-сайшу-кейкак-но-тамени-ва.
Кокасенай степпу дес. План призрачного пламени. Это необходимый шаг для финального плана этого человека. Дайчи данкай тоште но шикаке. Ёрошику онегай шимасу ё. Пожалуйста, позаботьтесь об этом в качестве первого шага схемы. Рёкай да. Понял. Субете ва мастер но таме ни. Всё ради гроссмейстера. День референдума о государственной независимости государства Кроссбелл объявлен... А, точнее, вот так. Стоп. День референдума о независимости Кроссбелла, объявленный мэром Дитером, уже приближался. Хоть давление со стороны империи и республики... Хоть давление со стороны правительств империи и республики росло с каждым днем, также росла и заинтересованность граждан в этом деле. Вместе с открытием обновленного представления Аркенсиля эмоции в городе становились все жарче. Помимо всего этого, новая проблема возникала в секрете на задворках. Things have started moving, finally. Что ж, уважаемые зрители, если до этого вам казалось, что в АО мало сюжета... О, вы скоро пожалеете о своем сомнении. Кажется, только что сюжет сдвинулся с такой мертвой точки, что он мало не покажется до конца игры. Криптиды, вы сказали? Или, может быть, дешифровщики? Фига общий сбор. Санаторио. Да, именно. Таннару маджю то ва иигатай. Огата де фукашиги на монстра. Я не могу называть их обычными монстрами, потому что они большие и таинственные. Да, это тоже очень интересная черта Дэдди Грэнди. Особенно, вот именно я это отмечал недавно на одном из прошлых стримов. Именно вот в Zero и Ao это особенно интересно выглядит. Криптиды, спасибо, Хашмал. Монстры вроде этого появляются по всему Кроссбеллу. Это то, что мы видели. В конце он сбежал прежде, чем мы смогли закончить с ним. Монстр вроде этого... Я не удивлялся, что тут мало... Я прекрасно знаю, что это кисики, здесь всегда много перевода. Другое дело, что в сценах, как я слышал, много филлера, но это уже другой вопрос. И да, после СЦ мне уже не страшно ничего. Как бы в СЦ были тонны текста, и поверьте, перевод такой игры меня не испугает уже. По крайней мере, голосом, да. Субтитры — другой разговор. Я убьюсь это делать. Потом информация поступила, но... Это не все. Есть еще и другие типы. Это... Эта вещь появлялась в заброшенной шахте. Эй, он опять появился? Там намного больше геймплея процентов соотношения. Это, кстати, хорошо, Хашмал. Хотя, опять же, не могу сказать, что и то, что здесь много сюжета, это плохо. В принципе, болтовню я люблю, особенно в кисиках. Ну, как бы посмотрим. Несколько дней назад один из монстров такого типа появился в районе, в северном горном районе. Окей, Хашмал, я тебя понял. Скотт и Вензель уже устранили его. Понятно. Вы одолели его всего лишь вдвоем? Да, мы застали его врасплох и смогли одолеть его. Все благодаря информации этих ребят. Просто у него была очень странная реакция. Магия надеялся совершенно иначе, и он исчез в луче света. Как я и думала. Выглядит абсолютно похоже на того же, с которым мы сражались. Говоря о горном регионе. В этот раз он появился снаружи? Кореманимо, Тоя Соиннадо, Ижона Башуа Какунин Саретеирва.
Да, до сих пор их обнаруживали только в необычных местах, вроде башни или храма. Доера. Нанракано риу де бано югами га хассэнштейру то сысок сарэтейру но дакэдо. Спейшл. А, все, это же... Да-да-да, все-все. Мы полагаем, что они имеют свое происхождение из пространственных нарушений по какой-то причине. Привет, Никера, тебя видеть. Демо. Корера но гэнджю ва... Однако эти кретиты появились в регионе гор и в регионе болот. Возможно, что эти пространственные сдвиги происходят в таких местах в том числе. Быть не может. Это худшее, что я могла услышать. Значит, по этой причине вас позвали сюда? これらの厳重への対応をギルドと特務支援課の双方に頼みたくてな. Да, мы запрашиваем гильдию брейсеров и специальную службу содействия управиться с этими криптидами. 独立提唱がなされて以来、ベルガード、タングラム両門でやや緊張状態が続いている. С тех пор, как был объявлен, простите, момент. С тех пор, как было объявлено в независимости, врата Белгварда и Танграма были постоянно в состоянии высокой опасности. Высокой сражайшей осторожности. Нам нужно справляться с этим, по крайней мере, до тех пор, пока референдум не кончится. Понятно, это позволит нам принять этот запрос. Стоит ли нам решить, как разделить вещи между нами? Да, я предоставлю вам данные и доверю это вам. Возможно, я бы хотел, чтобы вы нашли определенную причину. Причину, по которой эти криптиды внезапно появились? Да, долгое время монстры появлялись во время фиксированных циклов, но... Не будет преувеличением сказать, что эти криптиды отражают ненормальную ситуацию в отношении этих циклов. Должна быть какая-то причина. Имею в виду причину этих пространственных сдвигов, которые из-за которых появляются эти необычайно большие монстры. А знаете, что еще интересно? Помните СЦ? Пятая глава. Боус. Когда проснулся Рагнард. Что произошло? Правильно, стали появляться необычные монстры. Кто стоял за Рагнардом? Ураборос. А вы только что видели в прошлой главе? Ураборос. Сложили 2 и 2. Поехали дальше. Понятно. Именем гильдии клянусь, что разрешил этот вопрос. Поверить не могу, что нам придется работать над чем-то таким с вами, ребят. Никогда бы не подумал об этом. Так и есть, Ники. Только что. Ну, это значит, что мы уже немножко выросли, верно? Я, действительно, та ища мундаю. Да, вы стали явно чем-то большим. Если установите вольт из полиции, мы всегда рады вам у нас, знаете ли. Особенно малышка Тио, ты идеально подойдешь в гильдии. Даже если вы так говорите. Спасибо за ваши добрые слова.
幻獣ですか。確かに気になりますね。Но криптиды, да? Это беспокоит. А, то ли айзу, теваке することにしよう. Да, подобрал гай разделиться. Кейби-тай кара маватте кита ноа, зенбу де 5 кен. Кейбакар сказал нам о 5 из них. Кими тачи нива соно учи 2 кен во уке мотте морайтай. Я бы хотел, чтобы вы позаботились о 2 из них. Хе, зуйбун то кимай га ии жанай ка. О, это невероятно щедро. Да уж. Иин деска? Сочира но бунтан га оукте мо. Вы уверены, что хотите взять на себя большую часть? Тада де сае. Ариус-сан га има ва угокенай джоукио на нони. И господин Ариус не может вам помогать. Дакара косо са. Вот именно поэтому. Каре га угокенай вун, анта тачи нимо каназу шиваясе га куру хацу да ё. Он не может помочь, поэтому мы решили передать его долю вам, ребятам. А, то есть это типа с барского плеча, понятно. Мотойори маджу тайджи ва ватаси тачи но охако. Все-таки изначально устранение монстров это специальность брейсеров. Отагай хокано шигото мо ару ши. Коулистекини бунтан субеки дешо. Да, Никита, действительно вовремя. У нас у всех есть другая работа, которую нужно делать, поэтому это лучший способ разделить обязанности. Спасибо. Чего-то меня это немножко беспокоит. Почему? Мы же в одной лодке. Есть проблемы с обществом, с которым вам тоже нужно справляться. Хай. Ага. Так. Соно мондай мо ару да на. Черт, я уже забыл о них. Кесса. Уроборос. Сообщество Уроборос. Нандемо. Югекшикёкай то ва иро-иро то иннен га ару то ка. Я так понимаю, есть какие-то связи с гильдией брейсеров? Эй. Либель но ихен демо. Эстель-чан тачи ва хаджиме то суру югекши га яри атта ши. Да, Эстель, остальные брейсеры впервые встретились с ними во время инцидента в Либерле. С тех пор мы сталкивались с ними бесчисленное количество раз в инцидентах в других странах. Исчезновение филиалов гильдии в Империи считается тоже их рук делом. После этого наше влияние там продолжило снижаться из-за давления со стороны имперской армии. Вот как. Привет, Оззи. Но только ощущение, что чем больше мы их знаем, тем меньше мы о них знаем. Так и есть, Рэнди. В любом случае, даже гильдия пока что не узнала истинную природу их организации. Что, в общем-то, неудивительно, потому что вы не разведчики по своей природе, ребят. Доверьте это дело профессионалам. Мы не знаем, какая их цель, так что будьте особо осторожны. Если что-то случится, то зовите нас, ладно? Говоря по-честному, эти ребята тоже наша проблема. Понятно. Мы позвоним, если что-нибудь произойдет. Главное, чтобы не было слишком поздно, да, Элли? Ускорение. Карнавал зверей. Интересное название. Третьей главы. Ну что ж, добро пожаловать, уважаемые зрители. Добро пожаловать в третью главу. Ей! Оу! Окей, хорошо. Отчет расследования криптидов. Введение. Недавно в Кроссбелле появились таинственные монстры. Отсюда их будем мы называть криптидами. Так, стоп. Недавно в Кроссбелле появились необычные монстры. Отсюда они будут называться. Отсюда и далее они будут называться криптидами. Было подтверждено их появление. Да, вот так вот уже, да. То есть, недавно в Кроссбелле было подтверждено появление необычных монстров, которых отныне будем называть криптидами. КБК работает над пониманием этой ситуации. На следующий момент мы лишь подтвердили их существование. Особые контрмеры не были определены. Детализированные данные о каждом криптиде можно увидеть на соответствующих страницах. Случай А. Дорога на Урсулу, местоположение. Небольшая пещера возле пляжа на дороге на Святую Урсулу. Внешность выглядит как черепаха. Отчет по обнаружению.
Обнаружен членом КБК во время патруля. После того, как он наблюдал за ним некоторое время, оно не сдвигалось с его позиции, поэтому член КБК решил оставить его в покое. Однако это существо может стать угрозой, если к нему приблизиться. Случай Б. Шоссе на восточном Кросвелле. Местоположение рядом с стоянкой лодок. Возле шоссе восточного. Внешность растения с огромным ртом. Отчет об обнаружении. Обнаружено обитателем, ну, то бишь, местным жителем, который живет рядом с лодочной станцией. Отчет не подтвержден КБК. Как и в случае А, оно не сдвигается с его позиции. Более того, похоже, оно показывает тот же... ту же линию поведения, ту же угрожающую линию поведения, если к нему приблизиться. Урусура Кандоу но накасто, Хигаши Кроспелл Кайдоу но хазуре ка. Песчаный пляж рядом с дорогой на Стоурсулу и задворки западного шоссе на Кросбол. Восточного. Амари тачиотте накатта на. Восточного шоссе. Ни там, ни там мы часто не останавливались, это правда. Похоже, никого такого же крупного, как в старой заброшенной шахте нет, но... Похоже, будет лучше всё подготовиться. К тому же, что именно вызывает их, верно? Да. Также, согласно отчетам, похоже, что с ними работают три высших элемента, то есть пространство, иллюзия и время. Что касается трех высших элементов, я думаю, что я смогу их уловить. Однако, что касается причины, должно быть немного непросто. Да, похоже, что эта причина, касающаяся башни храма, так и не была обнаружена. Так если подумать, то даже форт Солнца на древнем поле брани таким же был, верно? А, оритачига норикунда токива. Это лишь наводит определенные мысли, Хашмал, но не более того. И то, если понимать, в чем соль. К сожалению, я понимаю, поэтому для меня... Ну, как бы окей, я понимаю, в чем соль, окей, все, проехали. Да, когда мы... Да, когда мы пошли, то это было, примерно, ощущение было таким, но... Просто, когда мы разобрались с этим инцидентом, они сказали, что ничего ненормального больше не происходило. Не похоже, что причина в том колоколе, который находится в храме. Если дело так, то похоже, что обнаружить то, что вызывает, это будет непросто. В любом случае, давайте пойдем. Хотя бы мне получить другие запросы. Верно. Ладно, давайте отправимся, когда проверю другие запросы поддержки. Ну, а то, какие квесты нас ждут, и как же будет продвигаться дальнейший сюжет, уважаемые зрители, мы с вами в следующем эпизоде. Можем обращаться, большое спасибо за внимание, и до новых встреч в новых эпизодах Анна Кисики. Увидимся. Не все равно, та связь, которую ты придумал, реально отсутствует. Потом говоришь, почему. Я не спорю. Я вообще подумал о том, что их нужно будет бить иллюзией, если ты об этом. Типа намек на то, что они слабы к иллюзии, нет? Так, чек-лист. Рецепт квест. Inside the restaurant on the several square and wall poster from bookshelf on the first floor on the library. Книга... Crossbow Times 5, Marybelle's minigame аккаунт. Так, SS точно отсутствует. Ну, тогда ладно. Ага.
pieces of furniture. Слушай, настолько всего, кажется, здесь есть. О, господи, это жесть. Короче, мне понадобится много денег. И нам нужно место для рыбалки радужной форели. А знаете, где это место находится? Правильно. В пещере с одним из криптидов. Знаете, что это значит? Это значит, что мы туда отправимся в первую очередь. Знаете почему? Потому что там мы будем ловить радужную форель, только ее. А знаете почему? Потому что нужны деньги. И сейпит. И вот после этого мы сможем открыть все слоты. Простите. Хотя потому что обычно такие случаи набить противоположные элементы, у трех высших с этим не очень. Ну, тут ты прав, Хашмал. Так. Но это же долго, Хашмал. А тут мы убиваем трех зайцев одним ударом. Радужный форель делает все равно быстрее. Так, ладно, поехали. Начнем с того, что можем сделать, а там разберемся. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал. И мы играем проводить Ауно Кисики. Как вы в прошлом эпизоде мы... начали третью главу, закончив интермиссию, спасли Ки, все дела, увидели партсобрание Ураборос, где почему-то не было пяти минутки ненависти к Вайсману, но тем не менее, давайте разбираться с тем, что нас ждет сейчас. Так, ага, это значит гид по блюдам Кроссбола, окей, Fake Brand Trade, ага, здравствуйте. Raymond секция 2. Ваша помощь необходима в ситуации срочно. Пожалуйста, помогите мне в преследовании торговца контрафактом, Raymond. Сарушка вернулась, что ли? Recently it seems my son is proceeding with something without notifying myself, the village chief. A few days ago a suspicious character visited the village who may have something to do with it. I want to ask you to investigate, for the details please come to the Amorki village chief's house. Так, и монстр в старой шахте. Серьезно? Опять жирная мышь? О-о-о, я скучал в скобочках. Нет. В скобочках нет. Ладно, с квестами понятно. Как мы думали, много всего поступило. Не думаю, что это связано с тем, что господин Ариус не может двигаться. Верно. Похоже, сегодня шеф уехал навестить госпиталь. Будет приятно. Было бы неплохо навестить его, когда мы будем неподалеку. Не знаю, да. Похоже, что Крох вчера уехала. Она была явно не в духе. Да, я тоже много беспокоюсь. На машине туда будет ехать не так далеко, не так долго. Если будет время, нужно будет их навестить. Да, конечно. Но все же, глазная хирургия. Разве говорят, что это еще довольно сложная область? Они будут опираться и Шизуку делать, офигеть, господи. О, Эдио, схорони Шизуку, пожалуйста. Ну, ты прав. Ну, также похоже, что это хирургия не полностью провальная, однако... Они вылечили ее в итоге или нет?
Видимо, нам не скажут, да? Надо будет сидеть и посмотреть. Даже интересно стало. Вдруг они реально спасли Шизуку от слепоты. Было бы здорово. Ноль на начало. Чё мне по деньгам? Ну, кстати, нормально. Идите и будьте осторожны, так он говорит. Похоже, что будет довольно опасно, когда мы будем сражаться с криптидами. Спасибо, Цайт. Если что, Цайт опасно, помоги нам, пожалуйста, снова. Так, ну, будь не забыть покормить Коппа, но мы этим займемся чуть позже, да? А, ребята. Кия, ты в порядке? Ты с вчерашнего дня не в себе. А, да, Кия в порядке. Эй, Ллойд. А исцелить глаза Шизуку так сложно, так же сложно, как я думаю? Да, я думаю, что здесь это сложно. Ой-ё! Не важно. Хирургия, которая она прошла, похоже, не была провальной, но... Понятно. Эй, Кроха. Я знаю, ты говорила, но... Может, лучше взбодриться? Разве Шизуку сама не говорила тебе, что она не хочет, чтобы ты грустила? Ну, Кроха. Верно, Кия. Я думаю, что если бы ты улыбалась, было бы лучше, даже если Шизуку будет счастлива. Да, вы правы. Кия все-таки подруга Шизуку. Следующий раз, когда я ее вижу, я должна приободрить ее. Спасибо, ребят. Кия тоже немножко приободрилась. Я сделал обещание, поэтому я пойду поиграю. Да, будь осторожна. Она будет в порядке? Не знаю, но я бы хотел, чтобы она побыстрее пришла в себя. Ну что ж, пойдем? Знаете, что я только что забыл сделать, дорогие зрители? Я только что вспомнил. Я ж сейф-то в Мишеламе переделывал в спешке, и я забыл купить мебель там. И я забыл купить аксессуары. Думаю, что ж с деньгами так хорошо? Я забыл все там купить. Ёлки-палки. Надо грузиться, короче. Ну ладно, до встречи у вас на этом месте, когда мы разберемся с отставанием, получается. Ну ладно, не должно занять слишком много времени, с другой стороны. Кого я обманываю? Ну, нам все заново пройдет. Мне весь Мишлам придет заново проходить, получается, или не весь? Да, весь Мишлам заново придется. Ей! Ну ладно, что ж поделать. Да. Да, ладно, сейчас еще об этом не забыть теперь. Как компьютер? Я это забуду. Я. Окей, Хашмал, как скажешь. Не, как бы, у меня и так, для, типа, у меня с ними все в порядке в плане бойдингов будет, но я буду иметь в виду, спасибо. Типа, я вроде как, если следовать гайду, то все должно быть ок с ними. В плане бойдингов. Им должно хватать очков, так или иначе. В конце самом. Но я как бы буду иметь в виду. Окей, спасибо. Сейчас надо будет добить тогда бондинги, как я это делал. Надо сейчас забыть, как я их делал. Это было очень важно, конечно, но тем не менее.
А, это было уже после покупки. Подожди, а мебель я не покупал, что ли, получается? Подожди, секундочку. А, они не для Кия были, мне нужно было откатываться. Ой, я идиот, ребят. Все, забыли, ничего не было. А нет, оказалось, все нормально. В итоге мне не пришлось откатываться, потому что я все-таки все купил, просто я об этом забыл, ребят, простите. Мне просто багнуло, типа, что слишком много денег у меня как-то, я не подумал о том, что, оказывается, я просто их получил в качестве награды за голову. Мне это показалось подозрительным, но просто в итоге, да, все, короче, нормально. Надо было проверить сразу инвентарь перед этим. Просто мне почему-то думал, что я подарок для Кии покупал. В итоге оказалось, что подарок-то у меня был нифига не для Кии, а для Рэнди и Уази. Вот, если я правильно помню. Стоп, что? Подожди, не понял. Или все-таки на этом сейве их нет? Я не тот сейф тогда говорю. О, господи, нет, все равно придется откатываться. Ой, короче, я просто этот сейф ему грузанул тогда. Почему-то. А, я вот. О, понятно, почему я так тупанул. У меня же было два сейва. Я не тот грузанул тогда. Здесь все нормально должно быть, получается. Да, здесь они есть. Два раза вступил сегодня, ребят, бывает. Обращайте внимание, все, короче, сервер поплыл. Вот что значит поменять планы перед стримом и за это вот начать тупить. Вот поэтому надо было следовать своему плану. Я бы когда сказал, что успел на сюжет. Да, есть такой ники. Сорян, ребят, будем переигрывать, значит. Хотел как лучше. Ну да, зато с компонентом снова подеремся, тоже верно. Только в тот раз босс-файт прошел явно лучше, чем... Ну, короче, это сейчас будет, короче, вот типичное прокатание стримера, когда в первый раз ты проходишь босс-файт чисто и нормально, а потом начнутся проблемы. Ну ладно, в любом случае мы знаем, чего от этого босс-файта ждать, потом второй раз с ним сражаться будет явно проще. Зато я знаю, что пропустил на сервер проскипит это все. Ну, ты в любом случае вспомнишь, что там к чему. Ну да, это буду скипать на ускорение, разумеется. Так, я ведь точно тот сейф грузнул? Да, все, все правильно. Я уже привычный к этому, дядя Гранди, так что даже если... Окей, на здоровье. Я заслужил. Я скипаю сейчас бонники, потому что я все равно буду записывать отдельно, просто хочу сейчас их сплерить. Ну, типа потом посмотрю, когда будет время. А, я стоп, мне нужно было еще раз Стива там покататься, да. Или не Стива? Не, все правильно, Стива. Или я Стива здесь не катался? Не, катался, все правильно. Так, теперь нам нужно найти Мишетту. Делать мы это будем, разумеется, Стива.
Так, Мишета была здесь. Ну, бывает, ребят, бывает, сорян. Стример поплыл, бывает. Не то, чтобы это было впервые, с другой стороны. У меня будет возможность совсем там эквип поменять правильным образом. Не, все нормально, Ники, это я не забыл купить. Так, теперь мы идем сюда. С Рэндием. Теперь мне более-менее равномерно распределили бондинги. Теперь здесь мы сейвимся. Последний бонинг надо, наверное, потратить либо на Вази, либо на Риши. Возможно, лучше на Вази даже. Зато посмотрим в итоге, как оно выйдет по бондингам. Кто сейчас будет у меня, Вази или Элли? Возможно, лучше с Кио просто это сделать. Для равномерности поинтов. И все равно Элли. То есть, в принципе, пофигу. Ну ладно, на Вазе потратили, не страшно. Тоже нормально, как раз таки. Музыку громче. Ну, можно даже сейчас да, сделать. В принципе, мне не жалко. Все равно мои комментарии будут не так важны. Сейчас, по крайней мере. Раз что в бою. Ну, нормально. А, стоп, я забыл. Я же забыл этой Элли браслетик купить. Фак. Простите. Момент, ребят, момент. Welcome. Ну, тут же недалеко грузиться придется, окей. Уже хотя бы на том спасибо. Спидорали разве так себе, да, я знаю. Окей, теперь все правильно.
потеряли еще пару минут, не страшно. Вообще, это скинул недавно Хашмалу, это видео, ну, запись стрима с Твича. Не, я решил это перенести на другой раз, Фиала, на выходные. Или когда-нибудь еще. Ну, типа, мы решили сегодня продвинуться по сюжету, а все бондинги я за отдельной записью сделаю позже. Пока что решили по сюжету пойти. Короче, я скидывал, по-моему, Хашмалу запись стрима с Твича, где то ли Ау, то ли Зеро спидранили за 7,5 часов. Ну, правда, я понимаю, что спидранить же РПГ, конечно, такое себе, но как бы спидранер — это высшая раса, они спидранят вообще все, что можно спидранить. По итогу получилось Элли, раз мы ей купили браслет. Нанда. Светлана Казахи. Кто знает, Кошмал, кто знает. Ну, так получилось по бондингам, по бондинг-поинтам. Я не особо в этом виноват. Так, ладно, я что хотел-то? А, квип поменять, да. И да, и в том числе, помимо квипа, должен поменять людей в группе. Так, это мы заменим как раз на вот эту штуку. Далее. Вот эту мы заменим, наверное, на как раз таки Миша Стрэп. А, нет, стоп. Вот на эту штуку, потому что она повышает скорость. И здесь дадим себе тогда тоже эту же штуку. Дополнительная скорость нам не повредит. А здесь все, в принципе, нормально. А, единственное, вот эту штуку, кстати, лучше заменить как раз-таки тоже на эту же Mishes Ribbon. Потому что тогда у нас не будет дропаться movement. А для этого босса это будет важно. Участник, наверное, еще Хашмал. Ну, пока... Как минимум, нужно откатиться на тот момент. Вот пока я не откачусь на тот момент, когда мы... Ну, до которого мы дошли, я буду стримить, а там посмотрим. Может, еще, если быстро управимся, значит, буду еще стримить, может быть, полчасика. Посмотрим, я просто не хочу слишком уж долго задерживаться. Ну, до полуночи можно будет посидеть. Я кое-что вспомнил. У нас же есть замечательная штука под названием Cheat Engine. Явно будет быстрее проходить этот босс файт. Потому что мы уже видели. Стоп. Лучше полуторную скорость поставить. Двойная будет слишком быстро. По моему опыту.行きますよ。さてさて。
Да как будто впервые дядя Гранди. Все лишь ускорение анимации. Чего явно не хватает игре. Да, Ники, в первую же очередь. Все нормально. Это было очень не вовремя. Я еще успею это сделать, Ники. Надеюсь. Нет, что ты делаешь, Ноэль? Мать! Падла. Рэнди, что же ты творишь-то? А, господи, Рэнди, что ты делаешь? Рэнди. Дурэнди просто. Просто дурэнди. Серьезно. Твою мать, Ноэль! Все, ладно. Жопу. Это было слишком. Это слишком сильно вышло из-под контроля, скажем так. Сам нашел, просто по-другому делать. Драйв
無駄です。俺の番だな。それ任せてくれ。Почти. Только я никого не призывал, молодец. Бегаем. Дальше проще. Хороший цель выбрал. Ну ладно, не спасет тебе, дружок, все равно. Теперь ты, надеюсь, не промажет. Молодец, Рэнди, спасибо. Поехали.
Хил плохо. Приятно нажать можно. Пойдет. Не почувствовал. ならば力になれるかもしれません。ランクアップしました。Well, that was fast. Окей, сейчас вернусь. Так, продолжаем. Действительно, нас задавало несколько меньше времени, чем я боялся. Но все-таки, да, есть разница между босс-файтом, проводимым вслепую, и босс-файтом, проводимым, когда ты уже все знаешь. Огромная разница. Так, окей, откат-таки все-таки совершен. Чем я, собственно говоря, поздравляю. Заняло так уже много времени. Где-то минут 20-30, наверное, что точно не считал. В любом случае продолжаем, уважаемые зрители, поехали. Вернемся сейчас в комнату Кия, поговорим, и после этого мы пойдем куда уже надо. Да. А, собственно, комната Сереги. Точно. Упс. Простите. Не туда я должен был зайти. Не туда. А, стоп, забыл, кстати. Пока не забыл. Меня просили музыку громче делать на время босс-файта. Так, это мы с тобой уже говорили, я уже переводил, простите, ребят. Вот. Теперь пойдемся по комнатам. А чьи комнаты мне нужны были, кстати, дайте я смотрю быстренько. Рэнди и Кия. А почему... почему для комнаты Кия не триггерится подарок, я не знаю. Ладно, пойдемте до комнаты к Рэнди. Черт с ним. Да здесь надо будет неплохо. А, вон он наверху. Понял. Так, еще по идее новая мебель должна быть в казино. Давайте если туда сходим тогда, как раз таки. Не, не сюда. Сюда. Так. Это группа из трех людей. Они выглядят богатыми, но такое ощущение, что они очень плохие люди. На нас смотрели как-то с пренебрежением. Может быть, нам стоит отменить их запрос? Ух, вау! По-моему, это у нас уже... Да, это была штука была. Джукбокс для комнаты Рейнджа. Отлично.
А, эту штуку теперь здесь же можно купить, кстати, обратите внимание. Интересно. То есть, в принципе, можно было... А, кстати, интересно, как дешевле будет? Типа, там было за 10 тысяч, здесь за 2000 фишек. А учитывая то, что... А, нет, стоп, она стоила, по-моему, 4 тысячи или 2 тысячи. Ну, короче, за миру дешевле, чем за фишки, окей, понял. А, на эти трое, да, из Калварда, да-да-да, трое из Ларца. Так, нас интересует магазин оружия, еще помимо всего прочего. Давайте сводим сюда. Еще у нас... А, кстати, мы же выбили эти... Хотя ИП-2 мне как раз не нужно, а вот ИП-2 мне точно понадобится. Вот он. Ничего особо не поменялось, да? Да, нового ничего не получили в плане сполов. Ну ладно. Тебя... Ну да, вроде чем ИП-кат получали, вроде бы, да? Получается, с этих ребят. Да, вот ИП-кат второй, ИП-кат третий, как бы, у меня так есть, поэтому, в общем-то, бесполезно. Ну ладно. Так, поружбайка у нас еще, давайте посмотрим. Так, а по улучшениям у нас еще, давайте посмотрим. Сюда сходим, да, в даунтаун. Ага, вот теперь Evasion получает Ллойд. Отлично, то, что нужно. Так, вот эта штука Evasion дает, интересно. Крит, это круто. Здесь Evasion, слушайте, шикарно. Шанс крита. Так, окей, значит, 100% улучшаем оружие для Ноэль, 100% улучшаем оружие для Ллойда, 100% улучшаем оружие для Тио, то, что оно Evade дает, не только это было сильно важно, тем не менее. А, слепление с шансом 10%. Ну, для Эли не так критично, конечно. Радиус 4, точность 10. Ну, вот, да, Эли оружие можно, в принципе, не трогать. Ну, вот Ллойду и Ноэль точно улучшаем. Насчет Вази... Ну, я не то чтобы сейчас сильно использую, но, возможно, он к концу головы будет сиять, поэтому есть варианты купить ему это оружие. Для Рэнди, не знаю, вот Тио точно можно лучше, потому что Evasion лишним не будет. Окей, тогда понятно, что мы делаем. А мы, получается, идем в центральную площадь, покупаем оружие для Ллойда. Для Тио. Для Вази. Для Ноэль. Для Рэнди вообще было неплохо купить. Но мне денег на брейд не хватит, поэтому пока что подождем. Или без оружия обойдется, оно ей все равно не нужно. Она им не про. Она у меня скорее маг, чем. Боец. Там. Есть аргументы с обеих сторон, но проблема независимости государства довольно деликатная. Говорят, что уже есть число поддерживающих, но мне интересно, как много из них действительно понимают важность проблемы. Так. Отлично. Сразу же экипируем. Лот, кстати, очень давно не получил обновку, поэтому у него реально очень большой бонус к силе будет. Но я его оружие не обновлял, потому что мне нужно было у него, собственно говоря, добиться хорошего эвейжена. АТС ниже будет, единственное, да, но не сильно, кстати, так что не так критично. И у Вази еще было нужно оружие. Ну и все нормально, в принципе, все по силе, по этому нормально пойдет. Плюс крит появился у Ноэль, что тоже неплохо. И, кстати, отхилимся заодно сразу. Так, и теперь нам нужны всякие бонусы по типу рецептиков, да? Значит, как минимум нужно будет зайти сюда. Здесь рецептик должен быть где-то здесь.
Если я правильно понимаю, где он находится, правда? Да, вот он. Отлично, новый рецепт, спасибо. Так, еще один находится в библиотеке на первом этаже. Да, библиотека нужна. Это нам нужно пойти на Governmental District. Зайти в библиотеку. Здесь должен быть рецептик. О, Нильсон, здрасте. На книжной полке. А, это книжки, кстати, из прошлой игры. А, интересно. А, вот оно. Все, отлично. Light Popcorn. Есть. Так, теперь мне нужно отправиться... West Street Shop. А, понял где. Угу. Там должен быть кусочек мебели для кого-то. А, и, кстати, Crossbow Times можно купить еще, да, отлично. Да, вот эта штука, но на 5000 стоит, я пока не могу себе это позволить, к сожалению. Окей, над этим займемся потом. Но можно заодно зайти пока что еще и к Эмельде заодно. У него вроде как обновился ассортимент. Можно посмотреть, что у него там происходит. Понятно. Даже в Warble сети есть аргументы за и против независимости. Нет ошибки, что поддерживающие, но большинство из них запустили, конечно. Споры продолжаются, но я все еще не решилась. Да, вот Music Box для Элли. Окей, с этим все понятно. Так, мне нужно зайти в Аркенсиль. Поговорить с Илей. И с советами, значит, мы закончим в этом плане. Хорошо. А где Илья, интересно? Здесь я вижу только Салли и Риши. Не, он не здесь, да? Стоп. Это мы подбирали, кстати, интересно или нет? Да, подбирали, окей. Мне нужно было убедиться. Риша и Салли? Салли, это костюм... На Салли ведь костюм звездной принцессы, верно? Мило. Но этот Сальчик выглядит немножко зажатый. Скажите, Персарио, разве это не прекрасно? Мисс Ири не будет выбора, кроме как признать меня. Конечно, вы прошли, но... Снова. Эй, Риша, что вы думаете? У меня есть ошибка в движениях. Скажи-ка, Салли. Интересно, можешь ли ты больше эмоций вложить в это движение в следующий раз. Представь, как ты хочешь, чтобы оно было. Я не могу объяснить это лучше. Как я хочу, чтобы это было. Именно что я должна делать? Салли? Похоже, что нам стоит уйти. Да, нам не стоит нарушать эту идиллию. Так, а где это? Или... What? Ах, вот она. Мисс Илья, так вот где вы были. А, это же братишки и друзья. Которые пришли, чтобы одушевить нас перед нашим обновленным представлением. Что вроде того. Мисс Илья, похоже, что вы наблюдаете за мисс Ришей и Салли, как они тренируются, верно? Отсюда? Да, отсюда хорошо видно все на втором этаже. Ну, даже так... Так приятно видеть этих детишек, как они стараются. Вижу их и немножко вспоминаю о себе, когда я была новичком. Когда вы были новичком?
А, даже сложно это представить. Можете рассказать нам о тех временах, если хотите. Я не против, но это не так уж интересно в любом случае. Ну, пожалуйста, расскажите. Если я правильно помню, все журналы говорили о том, какие великие свершения от вас ожидали, когда вы только первый раз выступили. А, так это было с момента вашего дебюта. Кстати, какова была причина в том, чтобы вы хотели стать артисткой? Верно. Я думаю, что из-за того, что я видела представление Аркенсиле, когда была ребенком. Ага, вы хотели симулировать их, верно? Ну, потому что не совсем так, если говорить точно. В то время пьесы были невероятными из-за представления артистов и их декораций, но когда они закончились, я подумала, что чего-то не хватало, и я не могла понять это, не могла принять это. Не могли принять это, говорите? Но просто все по соседству говорили, как прекрасны они. Я думал, что должна быть какая-то большая ошибка, но я имею в виду, даже я могла сделать лучше. Вот что я подумала. Ага. Должно быть, необычно было в то время, потому что я была любительницей тогда, и не более того. Оу, то есть... Даже когда вы были маленькой... Из-за этого, когда вы постучались в дверь Аркенсиле, у вас с ними было много конфликтов, верно? Ну, типа того, раз уж я бесталанный новичок, постоянно вмешивалась. Но я абсолютно верила в то, что мое представление может быть даже лучше. Я верила в это и показывала им это, и даже они, естественно, понимали мою точку зрения, и постепенно все наши несогласия сошли на нет. Понятно. И даже так, и вот поэтому вы и стали той, кем являетесь сейчас. Угу. Хотя нет ни одной пьесы, в которой бы я убеждена, что была идеально, знаете ли. Но с тех пор, как в моем распоряжении появились многообещающие новички вроде Риши и Салли, я думал о том, чтобы сделать невероятное представление. Как бы сказать, вы довольно жадные, мисс Илья. Нет ни одного гения, который превосходит себя в работах. И тем не менее, вы гений, когда дело касается труда, мисс Илья. Никто с вами не сравнится. Да, это то, что можно сказать. Похоже, что я сказал вам что-то скучное. Но если хотите, приходите, посмотрите на наше обновленное представление. И Риша и Сари тоже нам будут участвовать. Мы постараемся в этом представлении на славу. Да, конечно. Прекрасное представление с вами тремя. С нетерпением ждать этого. Эй! Простите, что я что-то начал тараторить, это из-за того, что я догонял, по сути, откат с ускорением, и да, я не могу никак остановиться из-за этого. Плюс немножко нервничаю из-за того, что так задержался с этим. Так, хорошо, с этим разобрались. С рецептами двумя разобрались. Так, теперь мне нужно отправиться в МБК и поговорить здесь с одной прекрасной женщиной. А, ребят, если вы ищете действующего президента Мэрибель, то она на заграничной поездке. Сериал так ускорился с перемоткой, что сам не может остановиться. Есть такое. Действующий президент Мэрибель? Да. Совет директоров назначил ее исполняющей обязанности дяди. И похоже, что она назначилась буквально недавно. Иными словами, Белль теперь глава МБК. Оу. Такая позиция в ее-то возрасте. Это убедительно, учитывая то, что это мисс Мэрибель. Однако, да, подумать об этом снова невероятно просто. Я думаю, что ее... МБК, Международный банк Кроссбелла, International Bank of Crossbell. И я думаю, что ее нагрузка не сравнится с тем, как было до сих пор, верно? Да, вы правы, конечно. Эта юная леди не будет поглощена своими обязанностями, и весь совет директоров поддерживает ее. Теперь, когда она является действующим президентом, от нее требуют показываться во всех разных местах. Понятно. Должно быть, она очень занята, значит. Кстати, Миледи планирует вернуться этим вечером. Хотя оно, у нее есть расписание на завтра. Хотя расписание на завтра у нее заполнено встречами, консультациями и прочим. Мне очень жаль, но я не думаю, что вы сможете видеть Леди Мэрибель в ближайшее время.
А, кстати, юная леди оставила для вас сообщение. Это аккаунт Пома? Мисс Мэрибель тоже играет? Ага, я, конечно, заинтересована в этом, как член технологического управления. Пожалуйста, зарегистрируйте мое имя, я бы была более чем счастлива сразить вас с моими непревзойденными умениями. Вот что она мне сказала. Вот как? Она пыталась предсказать реакцию Тио и Ллойда? Я думаю, так. Белль способна на многое. Ждался от леди Элли, это именно так. Она действительно та еще штучка. И вы неплохо передали манеру ее разговора, госпожа ресепционистка. Возможно, я слишком сильно сыграла. В любом случае, вот это для, такое для вас сообщение. Юная леди никогда не отходит от терминала, поэтому почему мне не сразиться от нее прямо сейчас? Понятно. Ну, я буду делать за кадром. Сейчас мы не будем заниматься. Так, это я тоже тогда вычеркну, я забрал ее аккаунт. Со всеми я до этого уже сражался, всех победил по одному разу, так что все нормально. Так, у нас есть скрытый квест, можно отправиться по нему. Давайте, наверное, так и сделаем. Так будет лучше всего. Кстати, давайте-ка отчитаемся, что ли, о фрагментах. И отчитаемся о сканировании. Ей! Ах, я читаю то, сколько мы юшек получаем в последнее время. Не то, чтобы нам очень было это нужно. Тем не менее. Сколько, кстати, материалов, интересно? Дофига, окей. Ну чё, здорово. Давно не виделись. Ах, Маргарет, почему ты сделала такую вещь? Ты же не могла попасть на крючок такого человека. В любом случае, мне нужно сделать что-то, прежде чем я не смогу её вернуть больше. Начальника Пьер? Редко видеть его здесь. Похоже, что его что-то беспокоит. Вы? С каких это пор вы здесь стоите? Только верить мне, что вы слышали, как я разговаривал сам с собой. Ну, детали мы, по крайней мере, не слышали. Хотя мы частично слышали о том, что что-то Маргарет и кто-то на кого-то клюнул. Это имя вашей любимой хостес, товарищ управляющий. Не говорите подобную скандальную вещь. Маргарет — это имя моей леди. Леди? Вы имеете в виду вашу жену? Верно. Ну, я терял ранее свадебное кольцо и, ну, обручальное кольцо. И потом, как я потерял, новый директор... I lost the wedding ring before, and after I missed the new term director position, she has become harder to... я как-то терял обручальное кольцо, и потом, как я потерял позицию нового директора, нового управляющего, управляющего новым отделом, с ней стало сложнее иметь дело. Подождите, почему я должен честно говорить вам о этих вещах? Ну, так, если подумать об этом, начальник известен за то, что он не самый хороший муж. А значит, что... То, что тревожит замначальника сейчас, может быть, относится к этому? Хм, с ним ничего не поделать. Now he's must when the devil drives. Я не знаю, как это перевести, ребят, простите, типа... Now needs master when the devil drives. Какой-то очень кривой английский, не могу это перевести, честно говоря. Вы черт бы вас всех побрал, что ли? Ну, не совсем то, конечно, ну ладно. Короче, я не буду это переводить, ребят, простите. Я не понимаю эту фразу. Джентльмены ССС, я даю вам абсолютно секретное поручение. Абсолютно секретное, что вы имеете в виду? Честно говоря, я хочу, чтобы вы проследили за моей женой. Проследили, значит.
использовать на использовать чье-то личное положение против это против регуляции деятельности полиции. Кого волнуют детали этого дела? Я, между прочим, нахожусь под давлением необходимостей. Если вас это устроит, я не возражаю, если вы справитесь с этим перед одним в качестве вашего одного из ваших вопросов. Что скажете? Доброй ночи, Фиала, спасибо, что заглянула. Удачи. Что там делать? Конечно, принимать. Понятно. Похоже, что у вас проблемы. Можно услышать всю историю? О, правда? Хорошо. Раз дело в этом, то здесь не лучший способ. Здесь не лучший способ для разговора. Пойдем за мной в офис. Я расскажу все детали там. Ок. У вашей жены есть подозрение во встречах с каким-то гостем? Да, недавно похоже, что она стала много раз ходить в подобные клубы. Часто ходить в подобные клубы. Похоже, она встречается с каким-то определенным гостем втайне от меня. Но вы уверены, что это гость? Верно, вы же должны доверять своей жене? Ха, доверять, ха. Этот человек доверять, ха. Я был готов умереть, поэтому я секретно проверил... Да, в тайне проверил сумочку моей жены, и я нашел определенные доказательства. В ее книге встреч совершенно четко было написано, что у нее есть встреча с человеком по имени Клайд. Когда домохозяйка... Где еще могла домохозяйка встретиться с таким человеком, если не в клубе? Вам так не кажется? Клайд? Это один из этих, что ли, из республиканцев, по-моему? Я понимаю его резон, но... Ну, я так полагаю, что он в отчаянии. Все же... сопроводитель по имени Клайд... К сожалению, я никогда не слышал такого имени, даже ни разу. Что? Правда? Ну, я, в общем, знаю, по крайней мере, имена всех... сопроводители, кто работает в клубах квартала развлечений. Также могло быть так, что он какой-то новичок, о котором у меня нет информации, конечно. Подождите, похоже, что вы хорошо знаете об этом. Говорите, что вы временный член ССС, который был раньше сопроводителем, присоединился к ССС, о котором я раньше слышал. А, да, это я. Вы! Человек из такого странного бизнеса, вроде сопровождения, в полиции... Да ваша позиция для меня как... Ну, пожалуйста, успокойтесь. В любом случае, вопрос, с которым мы должны разобраться в первую очередь, это подтвердить ситуацию с вашей женой в данный момент. Вы правы. Что касается Вази, с этим ничего не поделать. Все так, как они говорят. До этого вы говорили, что вы заглядывали в сумочку вашей жены, но там ничего не было еще, что могло бы послужить зацепкой в этом расследовании? Ну, я вспомнил. Когда я посмотрел в книгу в дневник, там также было написано место назначения. Похоже, недавно она много раз ходила в ресторан Центральной площади после полудня. Ресторан Центральной площади. Винксепт. Однако, если наш человек является сопроводителем, не странно ли встречаться там после полудня? Секретное свидание во время... часов, во время рабочих часов мужа, возможно, это и так. Когда сопроводители и посетители встречаются лично, это часто происходит во время дня. Значит, тогда это правда? Пожалуйста, успокойтесь. Также, Уази, не дразни его. Прошу прощения. В любом случае, я понимаю ситуацию. Можете говорить расследование нам? Да, я доверяю все вам. Выясните правду любой ценой. Однако очень конвенциально, понятно? Хорошо, прошу прощения. Черт, в конце концов мы согласились на это. Ну, начальник переживает за своей жены. Было бы неплохо, наверное, согласиться на его дело, чтобы выяснить правду.
ничего с этим не поделать. Тогда откуда начнем расследование? Мы сначала попробуем отправиться в ресторан Центральной площади. Похоже, что недавно человек, похожий на сопроводителя, и жена замначальника часто видели друг друга там. Может быть, можно спросить у них напрямую? Полагаю, это правда. Тогда, возможно, стоит отправиться туда немедленно. Почему ты ему это нравится, походу? Ага. Это же Вазян. Не всегда так. Ему, естественно, нравятся такие делишки, кто бы сомневался. Из-за этого мы его любим, разумеется. Брать не буду. By the way. А что у нас там, кстати, по кварцам? По мастер-кварцам, точнее, даже. И, кстати, мне надо купить вот эту штучку для Тио. Совсем забыл о ней. Да, вот они. Aegis и Scepter. 250 тысяч мира, чё нафиг? Вы охренели. Это ж чё за кварцы такие? Ну, Aegis понятно. А, Aegis дает нам гарантированный Earthfall в начале битвы. Неплохо. Причем у него он дает много АДФ, я смотрю, да? Scepter. Получает цепь через атаки и крафты. Прикольно, но не уверен, что стоит того. Хотя интересно выглядит, да. Может, он просто прокачан, я не знаю. Тачку обыграть. Так мы же вроде все так все купили, что нужно было. Что там еще-то покупать? Так все есть уже. Все остальное это цвета. Цвета... У меня сейчас на них нет денег. Я нищий. Напрочь нищий. А, да, меня кварц интересовали в первую очередь. Ну, там вряд ли что-то прямо конкретно новое появилось. А, ну вот такие штуки появились. Shield Breaker, Spirit Breaker, Sword Breaker... Лэг брейкер, кстати, его не было. Спидбрейкер, наверное, да, спидбрейкер появился. Войсбрейкер. Ну, такое. Ну, да, что-то новенькое есть. Он EP2, например, появился. Где-то же был самый сильный нужен, но тем не менее. Кстати, слушайте, каст 2! Лол! Вау-вау-вау! Вот это точно. Вот на это точно надо будет накопить. Вот это очень круто. Вот надо будет в первую очередь покупать. А может быть его, кстати, в магазине обмена можно купить? Я чуть не обратил внимания. Ну-ка. Не может быть, чтобы он был... Ну, типа, он, блин, дорогой пипец. Не, мне, я, конечно, накоплю, если два разных форели буду фармить, но, типа, все равно дороговато. Я на максимум говорил, Ники, сразу же. Да, казда мы здесь не купим. Кукла для Кио. Биттербургер. Ну, дороговато, конечно, что ж поделать. Sweet Midnight Moon и Star Pendle. Кстати, вполне возможно, что Вергрину можем в скором времени приобрести. Надо будет только проверить блюдо, но этим я займусь чуть позже. За кадром уже тогда. Окей, возвращаемся тогда на Центральную площадь и заполняем квест. Не хотел это проверить в любом случае, ну окей. Дорогие у вас кварцы, мастер, однако, но они явно хорошие, судя по всему. Стоят того, наверное. Посмотрим. Денег бы еще набрать на них. Оу. Ха-ха. Мисс Маргарет достаточно прозорлива. Возможно, слишком много... Возможно... Слишком уж много говорить что-то подобное, но вы действительно тратите время зря на своего мужа. Как обычно, вы слишком хороши в своих словах, мистер Клайд. Несомнение, это жена замначальника и этот человек, мужчина точнее. То есть... сопроводитель, сидящий напротив нее, это Клайд, судя по всему.
Не помню, что видел раньше. Пока еще нет, дядя Гранди. В любом случае, давайте присядем за ближайший столик и попробуем не вызывать подозрений. Возможно, мы сможем тут узнать. Я поняла. Да, разделимся и будем сядем за разные столики. Да, девчонки с девчонками, мальчики с мальчиками. Логично? Логично. А, нет, не совсем. А, да, я видел памфлет в тот день. Когда я видел эти фотографии, я влюбилась в него с первого взгляда. А, какая честь. В любом случае, давайте пойдем вместе в следующий раз. Если хотите, я даже могу забронировать для вас отель. Вот в этом нет необходимости. Ну, на самом деле, я уже ходила туда и увидела все. Пейзаж хороший, никаких возражений. А, я понял. Это огромная помощь для меня в том числе. Тогда по поводу брони. Они говорят довольно тихо. Похоже, что они планируют поездку в Мишелан вместе, но даже так я думаю, что ситуация довольно странная. Парни используют язык, который невероятно вежлив. Ну что, подождите, пока что не делал. Давайте пока просто подождите, пока просто продолжим слушать. Ну что ж, если... Ну что ж, прошу прощения. Да, поняла, увидимся позже в этом магазине. Но бланк в карте развлечений, верно? Понял. Я принесу то, что вы ищете, и увижусь с вами там, мадам. Да, я буду ждать. Похоже, они уезжают. Подождите-ка, мы сегодня не видели Маргарет во время нашего отдыха как раз-таки в Мишеламе. По-моему, она там была, если не ошибаюсь. Вот, что нам делать? У нас никакой подозрительной информации нет, но тем не менее, давайте проследим за ними. Рэнди, Вази и Ян за Клайдом, Элли, Тио и Ноль за вами, миссис Маргарет. Однако постарайтесь, чтобы вас не заметили. Хорошо. Ладно, идем. Это становится интересно. Да, слушайте, она там была, я вспомнил ее. Она была в Мишеламе, реально. Как раз вместе с нами. Она там была 100%, я ее запомнил. Клайд, прости, что заставил тебя ждать. Бонни, это ты? Мне принес то, о чем мы говорили. Клайд получил сундук Аташе. Ну, не сундук, господи. Этот. Не сумку, чемодан Аташе. Спасибо за ваш труд. Так, что по поводу этого дела? Ну, похоже, что она заинтересована в этом. Все будет решено чуть позже в новый бланк определенно. А, это идеально. О, кстати, как раз таки уже... еще травы должен прибыть. Пойду завершу приготовление. Тогда все остальное оставлю вам. Если вы... Кейс дипломата. Да, кейс дипломата. Спасибо, дядя Гранди. За поправку. Если вы можете выполнить этот контракт, то ваша высшая позиция будет подтверждена. Ну, будет у вас в руках. Да, пожалуйста, доверьте мне. Доверьтесь мне. Наркота, что ли? Или деньги какие-то. Только за что? Ну ладно, сделаем это. Похоже, что он поехал куда-то в хорошем расположении духа. Похоже, что у него есть встреча с женой начальника в Ной Бланк, но... Что же нам делать? Будет бесполезно преследовать его дальше. Давайте соединимся с Эри и остальными и вернемся обратно в штаб полиции. Такое ощущение, что я что-то понял. Истинную личность человека по имени Клайд. После этого Ллойд соединился с Эри и остальными, кто преследовали мадам. Они решили сортировать информацию в штабе полиции, где ждал зам начальника Пьер. Итак, как прошло расследование? Моя жена Дезита встречалась с сопроводителем в стаяне от меня. Начальника, пожалуйста, успокойтесь. Прежде этого, дамы, как прошло преследование?
Ну, мы очень внимательно следили, но ничего странного не было. Она вернулась в ее дом на жилой улице. Она не встречалась ни с кем конкретно. Похоже, что эта встреча с этим человеком по имени Клайд в Ной Бланк будет позже, однако... Что? Черт. Что он планирует? Что он планирует сделать, заведя мою жену в подобное грязное место? Если это дело в этом, то я сформирую полицейский отряд и возьму Ной Бланк штурмом. Плохая идея. Как я говорил позже, пожалуйста, успокойтесь. Как я говорил ранее, пожалуйста, успокойтесь. Если они будут врагами, то их просто вышвырнут оттуда. Тогда как мне нужно успокоиться? Пока мы здесь, пока мы здесь просто общаемся, загребущие руки этого сопроводителя могут... Я верю, вам не стоит переживать. По крайней мере, нет никаких загребущих рук по отношению к этой мадам от этого сопроводителя. Что вы имеете в виду? Мать сказал, говорил это с самого начала. Этот человек Клайд. Мы действительно думаем, что он не сопроводитель. Что? В таком случае, кто он? Продавец. Истинная личность этого человека — продавец, возможно. Продавец? Да, его вежливый способ разговора был больше похож на профессионального торговца, чем на сопроводителя. Также есть свидетельство, что он абсолютно точно не сопроводитель. Мы те, кто исполняет желания одиноких леди в очень короткое время. Сопроводители высшего класса, даже если он очень вежливо сопровождает их, никогда не никогда не будет унижаться больше, чем требуется. Дело также и в этом, с точки зрения Уази, но... Ну, мое заключение схожее. Для меня Клайд и ваша жена не выглядели, как у них было, как будто у них была встреча сопроводителя и клиента вообще. Если бы я говорил, то я бы сказал, что выглядело больше на встречу торговца и его покупателя. По крайней мере, такое впечатление создается, им больше подходит. Да что, так что они встречались много раз. Естественно, подумать, что это были переговоры для какого-то перевода, для какой-то транзакции, для покупки. Впрочем, предположив, что то, что все так, как вы говорите. Что он хочет предложить моей жене купить? Если бы предположили, что он торговец, работающий где-то, мы бы могли выяснить это. Этот человек, возможно... Ха... Ювелир вряд ли. Недвижимость возможно. Ценные бумаги. А нафига они ей? Недвижимость. Возможно, я думаю, что он продавец, который занимается недвижимостью. Продавец недвижимости? Как если подумать, Мишелам упоминался в качестве темы их разговора в ресторане. Поначалу я думал, что это связано с поездкой, но этот памфлет... Возможно, памфлет с информацией о домах, расположенных в высококлассной жилой области Шелама. Тогда, когда мы преследовали их до набережной, Клайд получил что-то от человека в костюме. Учитывая то, как они разговаривали, этот человек в костюме, возможно, был начальником Клайда. Возможно, он получил важный документ, что-то вроде подписанного контракта. Клайд, как агент недвижимости, переговаривался по поводу продажи собственности вашей жене. Ваша жена была благосклонна к этому, похоже, она даже ездила в Мишелам, чтобы увидеть этот дом, и переговоры проходили достаточно хорошо. Естественно, подумать, что она встречалась с этим человеком намеренно. Понятно, похоже, это весь смысл. Тогда в сегодняшнем разговоре все должно было быть уже почти закончено. Вскоре последние приготовления будут сделаны в Ной Бланке. Я понял. Но подождите минуту. Маргарет пытается купить собственность Мишелами, не говоря мне ничего. Я прав? Но у нас же нет таких денег, вы понимаете? Как она планирует найти такое количество денег? Может быть, она взяла кредит? Это очень беспокоит. Может быть, она
попала в долговую яму? Невозможно. Я решился. Я штурмую Дой Бланк. Услышав все это, все, что я могу... Я не могу закрывать глаза на то, что моя жена... На то, что мою жену обманывают перед моими глазами. Я накричу на этого юнца Клайда и верну мою жену, даже если мне придется побить ее. Вот этого точно делать не надо. Это очень плохо. Только посмотрите, как этот, петушащийся муж начал говорить. Кажется, мы дернули за очень странный рычажок. Раз уж мы здесь, мы поможем вам. Если оставить вас в таком виде, в одиночку штурмовать Ной Бланк будет, возможно, проблемой. Я думаю, что так можно действительно сказать. Вази, такое ощущение, что ты этим все больше и больше наслаждаешься. О чем вы говорите? Ну, похоже, что только мы можем сдерживать его так или иначе. Ничего не поделать. Мне что-то рад. Мне это не очень вдохновляет, конечно, но полагаю, что придется пытаться переговорить в Ной Бланке. Полагаю, мой старина Сакс является там смотрителем. Черт, о чем вы там говорите друг с другом? Я отправляюсь в Ной Бланк сейчас же. И вы пойдете со мной тоже. Хорошо? Вот такие дела. Мы хотим разрешения на вход. Только держи это в секрете от дяди Ширина, конечно же. Когда я подумал, что я давно вас не видел, вы показались такой не столько незначительной проблемой. Ха, капитан Рандольф. Вы действительно такой дурак, как говорит это вас, мисс... Прекрати меня так называть. Этот егерь Алого Созвездия. Похоже, что Рэй не знает этого. Это просто одолжение. Я помогу тебе. Но не вызывай проблем внутри, ладно? Я ничего не скажу зам лидера или нашей мисс. Тебя это устроит? Этого достаточно. Ну что ж, сцена готова. Похоже, что мадам и этот парень еще не пришли, но если мы хотим брать их... Если мы хотим устроить засаду, то стоит войти туда раньше них. Не возражайте, если я это сделаю? Конечно, лучше всего, чтобы народу там было как можно меньше, но... Я пойду, разумеется. А дальше решайте сами, кто останется здесь. А что на него нашло? Раз мы зашли так далеко, мы не можем сдерживаться теперь, но... Тогда, может быть, я пойду? Зам начальника Ллойд и я. Я думаю, что нас это втроем мы справимся. Да, это сработает. Тогда мы будем ждать здесь. Если не случится, садитесь с нами через Нику. Да, хорошо. Хорошо. Идем внутрь. Да, идем, ребят. Ух, как нарядилось-то. Если жена... If your wife and I come... А, это не она, понятно. Если ваша жена и этот парень войдут, мы проведем вас до этого места. Вон там. Хорошо, это меня устроит. Если он какой-то коррумпированный агент недвижимости, я арестую его самостоятельно. Я в нетерпении. Упс, похоже, не пришли. Прошу прощения, я Клайд, у меня была бронь. Вот сюда, сэр. Это очень приятное место. Ох, мисс Маргарет, вы здесь впервые? Из-за того, что ваш муж работает в полиции, должно быть, вы бывали в разных местах. О, прекратите шутить. Из-за того, что он замначальника, это не значит, что его зарплата настолько высокая. Если быть до конца честной, вместо того, чтобы ответить с ними в ресторан, вы предпочел выпить с какой-нибудь женщиной в баре на задворках города. Ну что ж, прошу прощения в таком случае. Хоть сейчас уже полдень, позвольте мне... Позвольте мне освежить вашу жизнь и наш разговор, купив вам напиток. Хорошо, согласна.
за начальника. Пожалуйста, не переживайте об этом. Тихо ты! Не переживайте за меня. Да, это верно. Это подобное высококлассное место, которое, в котором я не могу позволить быть со своей зарплатой. Бар на задворках позволит мне больше. Что ей не нравится в этом? Это полный комплекс превосходства. Ладно, хорошо. Тогда давайте перейдем к делу. Клайд взял то, что было похоже на контракт из своего чемодана. Все так, как вы и просили. Контракт на виллу в жилом районе Мишелава. Если подпишете здесь, то резиденция будет вашей. Значит, время наконец-то пришло. Я подпишу его, конечно. Как я и думал, похоже, что это контракт для собственности Мишелами. Ну что нам делать? Хоть вы проникли сюда, но мы слышали слишком мало этой истории. Прекратите обманывать мою жену! Что? Дорогой? Воу. Ну. Дорогой, что ты здесь делаешь? Маргарет, отменяй сделку. Этот коррупционный агент недвижимости пытается обмануть тебя. Что? Подождите секунду. Коррупционный? Я ничего плохого не сделал. Достаточно, молчи и прекрати шутить. Дорогой, ты обманывал мою жену лестью и пытался отправить ее в долговую яму, не так ли? Дорогой, но такой номер не пройдет со мной. Только через мой труп. Ох, дорогой, хватит, молчи. Как зам начальника полиции, я... Молчать! Прошу прощения. Он настолько слаб? Она полностью заткнула его. О, богиня, я действительно не знаю, что делать с людьми вроде тебя. Ты же даже зам начальника полиции. Как ты можешь делать подобные неверные заключения и считать этого человека преступником? У тебя вообще стыда нет? Прости, мне очень жаль. Подожди, это ошибка? Что? Мадам, может быть, вы объясните ситуацию нам? Как скажете. Для начала, господин Клайд, уважаемый агент недвижимости, который занимается роскошными виллами. С самого начала вы все поняли не так. Он не может быть коррупционным агентом. Но если это так, то у нас же нет денег для роскошного жилища. На самом деле, я... несколько дней назад получил высокую прибыль благодаря новым ценным бумагам. Естественно, этого количества должно хватить на много лет вперед, чтобы можно было их сохранить. Акции? Если говорить до конца честным, ты исчерпал мою чашу терпения. Хоть ты получил позицию, которую ты не должен был получать благодаря связям и удаче, ты очень жалок и не делаешь ничего по дому. Я не знаю, если... Может быть, наш дом это слишком уже сложное, тяжелое для тебя место. Но твоя привычка выпивать всю ночь напролет, когда у тебя есть появляется шанс, сильно отягчает наши финансы. Ау. Ты был счастлив какое-то время, подумав в том, что ты станешь следующим начальником после предыдущего, когда его вышвырнули. Но в конце концов, другой зам начальника появился и взял эту позицию. И ты был в такой депрессии, что с тех пор я не слышал от тебя ничего, кроме жалоб. Мадам, я думаю, что это... Честно говоря, я думал, что невозможно жить с тобой еще дольше. Именно поэтому я решил использовать мою прибыль от торговли акциями, чтобы купить дом после нашего развода. Я планировал жить там какое-то время, а затем окончательно заполнить наше заявление на развод. Рип. Блин.
Вода не в то горло попала. Захлебнулся, простите. Все нормально. Она жестока. Ну, это слишком печально. А, но разве не сказали, что был? А? Ага, это верно. В конце концов, ты беспокоился за меня и сделал для меня, не так ли? Я так боялся за меня, что... Ты так боялся меня, что даже домой не приходил. Учитывая, то какой ты делал правильно. Приходи сегодня домой и поговорим об этом. Маргарет. Вот так вот, господин Клайд. Я думаю, что я пока не буду покупать эту виллу. Не может быть, миссис Маргарет. Мы были так... Ну, это же было так близко. Но не... Но... Пока что придержите ее. Было неправильно с моей стороны переговаривать с вами по поводу этого в одиночку. С терпением буду ждать наших будущих обсуждений. Не переживайте, хоть мы не расстаемся, я все еще заинтересован в этой собственности. И в конце концов я ее куплю. По возможности я бы хотел положительный ответ до конца сегодняшнего дня, но полагаю, ничего не поделать. Посмотрите мне откланяться в таком случае. В конце концов, этот парень был совершенно невиновен. Похоже, что я сделал что-то ужасное. Да все нормально, верно? Похоже, теперь дело между замначальника и его женой закрыто. Ну что ж, дорогой, на сегодня я домой. Нам нужно будет о многом поговорить, поэтому сегодня ты всю ночь остаешься дома, понятно? Да. Интересно, все равно будет в порядке. Хорошая работа, леди. Жаль, меня списали службу содействия. После того, как мы услышали обстоятельства, мы тоже счастливы слышать это. Я действительно рада за то, что вашу жену не обманули. Ну, в конце концов, похоже, что мы все-таки действительно купим второй дом. А раз уж мы не будем говорить о разводе, я полагаю, что мы используем это во время наших, ну, как женатая пара на выходных. Похоже, что ваша жена действительно вашей жене понравился второй дом. Ну, я думаю, что вам стоит расслабиться немножко, а? Даже учитывая то, что у нее были средства для покупки, но для начала, они были получены вашей женой через акции. Это все время тоже беспокоит. Из этого дела я, кажется, теперь еще меньше ей соответствую. Ну, что посеяли, то и пожали. Ну, в любом случае, я смог избежать худшей ситуации развода. Позвольте мне искренне поблагодарить вас всех. Если что-то еще случится вновь, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами в любое время. Да, пожалуйста, прошу прощения. Ей, давайте зададим этот квест. За 9? Ей, баба! Так, 5 плюс 2. 5 плюс 2, отлично. Ну что ж, на этом, уважаемые зрители, мы заканчиваем этот эпизод, а в следующем займемся новыми квестами. А пока не обращаться, большое спасибо за внимание, уважаемые зрители, до новых встреч в новых эпизодах Ауна Кисики. Увидимся. Так. Стесняюсь спросить, как это произошло. Да, на сегодня все. Уже спать пора, честно говоря. Время позднее. Я планировал не то, чем до полуночи стримить, но из-за вот этих лишних 15 минут, которые, собственно говоря, мне пришлось потратить на рестарт. Вот.
Пришлось немножко задержаться. Ладно, еще раз всем большое спасибо. Всем доброй ночи. Увидимся, полагаю, что... Ну, я не знаю, когда. Возможно, что завтра я займусь... Короче, смотрите, суть в чем. Завтра я, скорее всего, займусь бодингами. Хотите, я могу сделать на стриме. Хотите, нет. Ну, типа, я сомневаюсь, что на стриме будет много народу, поэтому, как бы... Сами понимаете. Ладно, все, на сегодня все. Всем большое спасибо, увидимся. Thank you.